Очередная рабочая неделя в администрации района началась с расширенного планерного совещания. Открылось оно с приятной церемонии. Сегодня мы вручаем ключи от квартиры молодому специалисту, реаниматологу Центральной районной больницы Мелитуковой Нефсет Пожидовне, которую мы пригласили на работу в Центральную районную больницу. Вы знаете, что у нас в районе есть проблемы с кадровым комплектованием и районной больницы, и участковых амбулаторий. И мы приняли специальную программу, по которой мы будем приглашать молодых специалистов на усмотрение руководства районной больницы. Глава района Заур Хамирзов вручил ключи от новой квартиры площадью 48,9 квадратных метров в райцентре Нефсет Мелитуковой, а врачу-анестезиологу-реаниматологу хирургического отделения Центральной районной больницы. Руководитель муниципалитета отметил, что работа программы по привлечению молодых специалистов для работы в районную больницу будет продолжена. На следующий 2023 год мы обязательно в декабре месяце заложим средства на приобретение еще одного дома или квартиры. И в последующем у нас есть планы по строительству коттеджного дома для сотрудников социальной сферы. Это и образование, и социальная сфера, и, естественно, здравоохранение. Всего на планерке было рассмотрено 10 важных вопросов. По-прежнему актуальным остается оказание помощи семьям мобилизованных и добровольцев, находящихся в зоне специальной военной операции. Данный вопрос находится на особом контроле у руководства республики и района. В ходе совещания рассмотрели строительство объектов по программе комплексного развития села. Практически все объекты уже близки к завершению и находятся на стадии благоустройства прилегающих территорий. Начальник управления сельского хозяйства доложил руководству района о положении дел в агропромышленном комплексе. Продолжается уборка кукурузы. На сегодняшний день, конечно, трудности есть с влагой. На сегодняшний день при плане 6400 гектаров убрано 4500 гектаров. То есть порядка 2000 гектаров еще в районе есть. В основном мешает погода, но я думаю, доработаем полностью. По севу мы завершаем сев озимых колосовых культур. На сегодняшний день при плане, значит, 16450 гектаров мы уже посеяли в районе 17083 гектара, то есть 104%. Пшеница у нас при плане 14999 гектаров, на сегодняшний день посеяно 14512 гектаров. Мы на этой неделе полностью завершаем сев озимых колосовых культур. Также идет обработка против мышевидных грызунов по району. В этом году как бы нашествие очень серьезно. Все фермы практически работают. Как бы все по плану, все. В завершении Заур Хамирзов обозначил задачи на текущий период и пожелал всем плодотворной рабочей недели.